Людмила Кузьмина без труда поступила на педиатрическое отделение Мордовского государственного университета. После окончания учебного заведения более 10 лет проработала в местной участковой больнице. А с 2015 года Людмила Алексеевна ведет прием маленьких пациентов в Видновской поликлинике. Муж у меня тоже медик. Получилось так, что вот он нашел здесь работу с предоставлением служебного жилья. Двухкомнатная служебная квартира, где сейчас проживает Людмила Кузьмина с мужем и тремя детьми, стало уже тесновато. Поэтому решили принять участие в губернаторской программе на получение льготной ипотеки. Вот в этом году решилась подать документы. Все благополучно сложилось. Выдали сертификат. Чему я очень рада, конечно, потому что поможет приобрести изначально, скажем, заветное жилье по все-таки низкой стоимости сейчас для нас. Правительство, скажем, Московской области будет нам оплачивать основной долг по ипотеке. Проценты будем выплачивать мы. Вот, поэтому значительная сумма, конечно, по стоимости жилья, она будет для нас меньше. С выбором квартиры героиня нашего сюжета пока не определилась, но точно знает, что она должна быть поближе к месту работы. Собственная кухня, собственные комнаты для своих детей, потому что у меня их трое, они у меня студенты. Поэтому я считаю, что по площади мы будем рассчитывать на трехкомнатные квартиры, чтобы было больше пространства для наших детей. Помимо Людмилы Кузьминой, еще двое врачей из Ленинского городского округа стали обладателями сертификатов на приобретение льготного жилья. Напомним, что социальная ипотека стартовала по инициативе губернатора Московской области в 2016 году и продолжится до 2027 года. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.